Всем привет! У нас заканчивается летний мотосезон, а значит скоро зимний. Но все-таки пока еще снег не выпал, а температура около нуля, мы представляем вам свежее поступление мопедов Rubicon Street LED. LED в данном случае означает, что мопед оснащен современной панелью приборов, жидкокристаллической, не монохромной, а цветной. Далее, отличительной особенностью данного мопеда это является наличие вот такого ветрового щитка, делающий мопед таким современным, целеустремленным, динамический дизайн. Еще отличительной особенностью данного мопеда является наличие переднего гидравлического тормоза, дискового. Очень хорошо тормозит, и вы будете уверены, что остановите этот замечательный скоростной мопед. Ну и как мы знаем, у современных мопедов Альфа уже идет вот такой большой и объемный бензобак с такой современной топливно-заливной горловиной мотоциклетного типа. Далее, двухуровневое, мягкое, удобное седло. И как мы знаем, в нашем ассортименте у большинства мопедов есть вот такие крепкие задние металлические багажники. Плюс задний бампер и вот такие откидные полки для поклажи. Вообще, если смотреть на данные мопеды, то сразу видно, что сделаны они очень качественно, то есть вся эргономика продумана. И как вы сегодня увидите, я прокатился на нем, и мне очень он понравился. Здесь ничего не дребезжит, ничего не скрипит, идет он очень хорошо, то есть и по ухабистой дороге. Я не знаю, возможно, это связано с тем, что здесь, ну вот на по внешнему виду задние амортизаторы достаточно такие, ну, стандартные, что ли, но все-таки вот некоторые элементы, такие как вот литье, а не какая-то штамповка, говорит о том, что амортизаторы, в принципе, скорее всего, очень надежные и качественные, ну и, скорее всего, дорогие. Двигатель у нас стоит стандартный, 1P39, оснащен кикстартером и электростартером. Цена на сегодняшний день этих мопедов 67 700 рублей. Цвета такой вот глубокий черный, красный, больше малиновый такой, ну, богатый цвет. И есть еще синий цвет мопеда. Ну вот, как я вам обещал, мы включили панель приборов. И что мы здесь видим? Первое, что бросается в глаза, панель приборов не монохромная, она цветная. Так, с левой стороны мы видим уровень заряда аккумулятора. Здесь же также индикация с левой стороны включенного дальнего света фар. Сейчас мы включим поворотник. И вот также указатель поворота мы видим. Это левый поворотник. Вот с правой стороны указатель правого поворотника. Здесь же справа мы видим, что сейчас включенная у нас нейтраль. Если будет включенная первая, вторая, третья, четвертая передача, также это все отобразится на панели приборов. Снизу у нас одометр, то есть пройденный километраж. Это у нас указатель скорости, то есть сколько у нас сейчас, так как мопед не едет, соответственно, 0 показывает. Сейчас я крутану переднее колесо, и мы посмотрим, работает ли у нас спидометр. Вот мы видим, все работает. И также я вам хочу сказать, что здесь цифровой тахометр. Вот я сейчас его продемонстрирую. Все видно наглядно, в
все информативно. Все глушим. При включении зажигания панель приборов тестируется вот в таком виде. Все горит, все работает. Ну вот, на этом все. Еще раз говорю, что это очень качественные мопеды. Вы посмотрели приборную панель. Она, в принципе, в такую ненастную погоду показывает очень информативно. Как работает на солнце, мы, наверное, уже увидим в следующем сезоне. Но на этом все. Всем до свидания, всем пока.